Во сне я видел Иудея, душу мне потряс, я не встречал таких печальных глаз и отрешенных глаз. Спросил я, что с ним, что случилось? Он не отвечал, я повторил вопрос, но он молчал, как будто не слыхал. И вдруг весь зал вокруг наполнился людьми со злобой. Обрушились они, и все исчезло вновь. Передо мной явились толпы плачущих о нем, и слышал, суд вершили надо мной с презрением. Значит, это он. Я признаться удивлен, он с виду слаб, одет как раб. Мы слыхали, ты бунтарь, а ты, однако, даже царь, ты даже царь, иудейский царь. Как нам понять ответ, да или нет? Признайся, ты влип в беду, дружак. Не декрайся, иудейский царь. Неужели нет в тебе мысли о твоей судьбе? Ты что, немой или блажной? Пусть там к Ироду идет галилейский сумасброд, пусть Ирод сам займется им. Пожаловал ко мне, а Ирод что? Он снова в стороне. Мы просим Рим на казнь согласие дать. Не в нашей власти к смерти присуждать. Он должен быть распят, да будет дан приказ. Он должен быть распят, да будет дан приказ. Объясни, Иисус Христ, ты сюда пришел, связанный своим народом, разве ты не понял, в чем причина? Кто из нас иудей? Это твое царство, ты же иудейский царь. У меня нет царство в этом мире. Этот мир чужой.
Я знаю, есть твое царство, но не здесь. Ты все же царь, не я, а ты сказал. Я на земле лишь истину искал. И в чем она, и что есть истина? У нас с тобой их две или одна? Неужто вы распять царя должны? В нем нету зла и нет на нем вины. Вот новость, к Цезарю любовь у вас. Я до сих пор не замечал такого. Кто этот Иисус? В чем его учение? Пророков слишком много в Иудее. Он должен быть распят, да будет дан приказ. Он должен быть распят, да будет дан приказ. Говори, Иисус Христ. Вот он, ваш Иисус Христ, не в своем уме. Его надо взять, посадить, но убивать зачем? Он печальный чудак, не пророк, не бог, но ведь и не преступник! Убей его! Не стыдно ли вам перед царем своим? Вы лжете все, вам ненавистен Рим! Нет основания для осуждения. Он не виновен, откуда у вас злоба? Он не преступник, он заблуждался. Ну ладно, я предам его печу, чтоб только ваши рты заткнуть, шакалы! Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, Иисус, кто ты и откуда? Ответь! Будь благоразумен, ты можешь скоро принять смерть. Что же ты молчишь? Жизнь твоя в моих руках. Или ты безумен, или тебе неведом страх. Власти нет у тебя, этими руками правит власть иная, знай. Ты ничего не в силах изменить. Ты глупец, Иисус Христ. Помощь тут бессильна. Yeah.
Первосвященники Убийцы Анна, Александр Чурсин. Каяфа, заслуженный артист России Александр Калин. Полки Пилат, Станислав Калинбит. Мария Магдалина, Анна Поздняева. Yeah.